Всем привет, зрители и подписчики канала на YouTube. Сегодня суббота, выходной день. Мы снимаем наш влог. Итак, мы проснулись где-то 10:30. Сейчас время 10:15. Я уже сварила кашки, переоделись, умылись. Все как обычно. Вот детки наши. Да? Привет. Всем привет. Ладик, ты же не выспался, зеваешь? Выспался. Да, Ладик, сегодня выходной. Илюша. Говори всем привет. Всем привет, скажи. Отнимает. Ну, дай ему подержать. Владик, вчера в сад приходили пожарники, да, Владик? Да. И рассказывали о мерах предосторожности, что детям спички не игрушка, да? А также газ и все остальное. Да. И дали вот такую штучку. Я тебе покажу. Вот такую вот штучку. Ай! Ну, почти показала. Меня ее отняли. Сейчас будем Тошку кормить, сами покушаем, да, детки? Да. Папа наш пришел с работки, моется в ванне. Уже поставил выкладывать наш влог вчерашний. Ну, не скоро, конечно, но думаю, часам 12, к часу мы должны его выгрузить. Мама. Что такое? Пульт положить? Да. Да, ложи. Ложи, молодец, Сонечка. Так, ну что, детки, пойдемте кушать? Да. Иди за стол, Ладик, бежи. Так, сейчас мама заберет с балкона кашку. Видите, погода у нас солнечная, но опять ветерочек прохладный. Отходили, ученики, тут холодно. Пошли, закрывай скорее. Опа. Бегом. Вот наша кашка, я выставила на балкон остужать, потому что у манной каши есть свойство долго остывать. Да? Да. Все, пошлите за стол кушать. Вот Владик умывали, сварила. И Ильюшечки. Сейчас мы будем делать все кушать. Так, давайте за стол. Всем привет, подписчики, и вам. Вот, наша семья уже себя поздоровалась с вами. Ну, я остался последний, так сказать, помылся. Вот, смонтировал, кстати, видео уже. И сейчас выкладываю на YouTube. Ну, где-то порядка, наверное, около 1.5-2 часа займет. То есть, ну, к обеду уже пятничное видео выйдет сегодня в субботу. Да, сегодня, кстати, день космонавтики, кто не забыл, да? Да, кто знает об этом вообще, 12 апреля 61 года полетел Гагарин в космос, да, в далеком 61 году. Вот, ну, сейчас как-то особо так и не празднуют, наверное, просто вспоминают. Ну, раньше, я помню, в школе постоянно вот, были посвящены чему-то этому. Ну, в принципе, и школа была, да, еще СССР. Вот, ну, и в России, в принципе, начало тоже праздновали. Ну, вот, ну, где-то празднуют, ту же самую Калугу я знаю, там, Циолковский там много, и космосу посвящено, и там он празднует как-то Гагарин. Где-то памятники открываются, я слышал. Так что этот день, в принципе, еще не забыл. Вот. Хорошая погода сегодня субботняя, Татьяна, наверное, уже сказала, да? Сейчас она варит борщ или щи. Не варю я еще ничего, еще все, ну, чищу. Еще чистит. Ну, для борщ или щей? Для борща. Для борща со свеколкой, да. Вот. Антенна покажет, все будет на канале, все это увидит. А вот, детки там играются, Илюша бегает с этими шариками, с прыгунками. Да, Илья? А в ответ тишина. Что-то они... Нет. Он топочет. Да. Солнце прямо... Вот он. Видите, он с шариками. Да, с прыгунками. Фу, вот. Как жарко. Да, жарко, солнышко прямо светит очень сильно. Вот сейчас решил перекусить немножко, потому что сейчас буду спать. Очень устал на работе сегодня. Да, сказать, чтобы работа была, но были несколько так, заминок на работе, и пришлось потрудиться, так вот сказать, ну, физически. Ну, вот, что еще? Да, сегодня у нас, кстати, вот наступила весна, и, как обычно, это бывает, у нас не родительское собрание, хотел сказать, а собрание жильцов дома. Вот, я посмотрел объявление, три вопроса на повестке дня, субботник посвящен, хотя уже, в принципе, можно было и раньше этому это сделать, посвятить субботник, потому что на следующей неделе уже, все впереди суббота, уже субботника не будет, на следующей неделе Пасха, по идее. После Пасхи, получается, через неделю, или на неделе они будут делать как бы субботник, в общем, неизвестно. Сегодня вечером собрание, вот там посмотрят, послушают это. Вот, что там еще посвященное сараем нашим сносом, что-то дом будут строить. Ну, не знаю, точно еще все это слухи какие-то идут. Непонятно тоже, как они будут сносить сарай, когда они привязаны к квартирам в нашем доме, я не знаю.
Пускай выплачивают деньги. А? Пускай деньги выплачивают. Не, ну сарай тоже нужны. За землю, во-первых, и за сарай, как бы. Да и нам нужно там подвал как-никак, да, не крутил, там подвал, да. У нас там, да, в сарае самом, то есть там наши компоты, варенье, салаты, которые вот за зиму делают, ну на зиму, все это хранится, картошка тоже самое. Что там такое? Вот, так что не знаю, ну это главное, что не послушаем, что там конкретно все это будет. Ну вот, сегодня мне еще на работу, слава богу, что крайняя ночь, завтра вот воскресенье, понедельник, вторник у меня получается выходные. Деловой наш. Вот. И сейчас немножко перекушу, скешу сладечко, сосисечкой перекусить и ляжу спать. Кисю покормить надо. Вот. Татьяна с вами будет тут снимать влог, варить борщ, показывать, как мы это делаем, как она это делает. Ну, детки тут тоже самое поснимаем. Вот, они сегодня оба дома, Владик дома. Выходные дни, радостные. Обычно в телефоне, да, строит что-то лего там, да? Ну, конструктор. Ну, и, конечно, очень замечательно получается строить лего. Ну да, я писал комментарии да, кому-то. Детальки, да. Я вообще не соображаю, какую голосу надо, а ну, у них специально вообще. Специально вот для детей сделано. Я писал комментарии, то, что красочно, что дети да, быстрее сметались и взрослых насчет этого, потому что это рассчитано на детский возраст, на восприятие. Не знаешь, детское. Взрослый, по-другому мозг, наверное, тогда сделан. Ну нет, почему? Ну, Витань, ну... Просто еще раз говорю, у каждого все по-разному. Я уже вчера насчет темы вот задал, ну так вот рассказывал, который блог сейчас выходит, насчет учебы, все такое там, в общем, увидите, все это будет. Вот. Ну что, в принципе, такие наши сегодняшние дела. Ну, скорее всего, мы еще увидимся. Спать настолько, насколько это возможно, потому что видите, что творится. Дети наши сходят с ума. Да, Илюша, Владика, с Владиком дерутся, да? Да. Вот, все, улеглись, да? Никак подушку не подели. Так, тише. Владик. Все? Да. Да? Ну, слава богу. Идите кровать. Влад, потише, папа спит. Папа спит. Илюша, успокаивайся. Вот, Илюша бесится, да? Ой, у нас бешеный сегодня. Все, да? Ты же Владика сегодня замучила, Илюша. Он шарик какой, да? Бешеный, Илья, ты чего? Сосулька. Детки сходят с ума. Ой! Все, закружился. Смотри, сейчас тебе еще что-нибудь еще швырнет. Понял? Владик тоже умеет кидаться. Все, папа спит, иди сюда. Иди сюда, папа спит. Куда ты лезешь к папе? Иди сюда. Иди, папа спит, скорее сюда. Вон кису подняли, всех разбудили. Нельзя кису бежать. Нельзя кису бежать. Так, сейчас мы пойдем на кухонку. Ильюша, Ильюша, успокаивайся давай. Успокаивайтесь, успокаивайтесь. Ну вот так, видите, что делает. Да. Что, Илюш, не справляешься с братиком? Вы все притихли. Вы спать так будете? Да. Вот так вот. Все. Как попад тут или уже по Владику ползаешь? Все. Все, да? Ты зачем так делаешь? Ты зачем так делаешь?
Вот этот вот дурдом у них целыми днями, когда Владик в выходном, да? Илья! Ты что, совсем? Макушкой своей бьешься. Успокаивайтесь, все. Говно не надо туда лезть. Так. Говнячка! О, я что за машинку нашел. Ну пускай она нравится, все. Так, все, сходите с ума. Вы потише, пожалуйста, с ума сходите, папа спать лег. Так, мы идем на кухоньку. Как я уже, причем муж уже снимал ролик, я поставила варить бульончик. Вот. Вот, говорил уже в ролике, поставила варить бульончик, начислила картошечки, начислила свеколки. Сейчас мы будем варить борщ. Я вам все в процессе покажу, насколько это возможно. Знаете, у меня многие подруги покупают маги для борща. То бишь, они, кажется, не мундыкают с этой свеклой, не чистят ее, не трут ее, а просто покупают заправку и добавляют уже готовую, естественно, в суп борщ. Но я не люблю эти приправы, я люблю, когда готовлю все сама. Поэтому сейчас мы будем делать, и в процессе я все покажу. Так, ну вот, мы продолжаем наш борщик варить. Вот наш бульончик, мы его солим. Уже, наверное, мяско готово, в принципе. Так, мы его посолили. Так, извините за заминочку. Вот тут у меня тушится это свеколку, я сварю по черной начёрочке. Разжариваю ее сейчас и добавила ту же морковочку. Илюше нельзя лишь шкаф. Вот, морковка, правда, замороженная была. Мы ее на зиму трем и замораживаем. Вот, поэтому сейчас у нас не разойдется. Так, сюда мы добавляем. Илюша, закладывай, пожалуйста, сыночек. Картошечку я уже нарезала на кубики. Добавляем это все дело в суп. Так. Владь. Забери, Илюшка, дай сюда играться. Так, это все добавили на суп, значит. Так. Корец. Какая-то дядька на мясе. Плохо видно снялся. Вот. Давай. Вот так. Мы-то как вывалим. Все. Так, будет все. Теперь мы бульон засыпали мы картошечку, да, как обычно. Теперь засыпаем капусточку. Сейчас я это все сделаю застыть, потому что мне одной рукой будет крайне неудобно. Так, мы добавили капустку уже наш супчик. Пускаем теперь варится вместе с картошечкой. Мяско добавилось и капустка. Сюда мы добавляем в вот свеклу, морковку. Добавляем вот такой вот соус томатный. Но у нас он бывает в основном брянский. Очень вкусный соус, мне он очень нравится. И добавляю его сюда, когда варю борщ. Вот так выливаем сюда. Да. Вот так вот. Пока, сыночка. Вот, и теперь это дело мы перемешиваем. Вот так вот это дело перемешаем мы. Ой, как хорошо. Так, выглядит действительно, по крайней мере, заправочка. Для борща. Вот так вот. Так, добавим сразу же немножечко приправки сюда. Вот этой вот. Только я добавим не в суп, а добавим ее вот сюда. Пускай она немножечко потушится. Так, все. Сейчас. Ладно, оставим дырочку. Так, и сюда же мы добавим, наверное, водички, чтобы это все дело, чтобы свеколка протушилась хорошо. Так, все, добавим по водичке. Так, убавляем газ.
такая наша заправочка для борща тушится. Ну, буквально, не знаю, на минут 15-20, наверное, на это дело у меня уходит. Сейчас заправим это все крышкой и все. И на 15-20 минут можно про нее забыть. Аушки! Илюша, что там такое? Ку-ку. Владь, подойди к нему скорей. Что там у него ноги повисло? Что-то Илюша уже раздавил. Выкинь, пожалуйста, с ног. Сними у него с носка и выкини. Вообще уже, Илья. Ой, кошмар. Сними, отряхни ему носок. А то видишь, что это на этом. Вот. Вот так вот. Что-то Илюша уже взяла, как обычно, не съел, а лучше раздавить. Правильно, Илья. Не поем, но покусай, называют. Так у нас. Не поем, но раздавлю. Что это за какая? Печенье. Печенье, естественно. Так, все, это у нас варится, это у нас тушится. Сейчас мы уберем все на столе. Мама. Да, Илюша, да, я знаю, что поросенок у нас. Или Владик, я уже снял, все, там нет ничего на этом. А я тем временем, наверное, что помою посуду, что я сейчас испачкала. И, наверное, протрем, поплетем в зале немножко там у Татоши и протрем... Ну, что ты делаешь, Илья? Пыль. По возможности, не знаю, может, подмою полы. Ты вчера вроде как бы я мыла все, но... Мама. Что? Печеньки дать? Папа. Но так, завтра вроде дураться нельзя, как говорят. Я это сделаю лучше сегодня, второй разок. Второй день, точнее, второй день подряд, да. Мама. А? Сейчас. На. Папа. Илья, значит, ты вот уже сам не знаешь, что ты хочешь. Все, потому что ничего нету. Так, все, на улице погодка у нас, видите, солнышко. Но сильный холодный ветер. Так, это что за команда у меня тут стоит? Все. Так, ну вот, я перелила эту заправочку из сковородки в кастрюльку. Уже переложила. Вот, смотрите, что у нас получилось. Положила лавровый листик туда. Немножко туда вниз опустится, добавила. И теперь пускай он уже варится полностью. Все, там все есть, все добавлено, все заправлено. Ну, еще, я думаю, минуток 20, и его можно полностью выключать. Даже минут 15 посмотрим. Так, я уже подняла, протерла пыль. Параллельно варился суп, борщ мой. И быстренько подмою полы и побегу. Укладывать его шумненько спать, потому что уже время час. Я, как обычно... Не успеваю. Что там делается? Так, я тебе сейчас надаю люлей. Ты знаешь, что за это? Да. Ой, или что-то понаделал. Все, что можно и нельзя, называется. Так. Уже вот выложился наш влог пятничный, только что видно. До этого его не было еще. Ты с папочки захотел, да, Илюша? Да. А? Так, все, мы будем, я же будем готовить полы. И будем, да, телефончик Владиков. И будем ложиться спать. Владик в планшете, да? Да. Ролик смотришь? Да. Сейчас тоже будет Владик заниматься делами. Владик, подвинь, пожалуйста, свою полочку. Иди убери, вон тут весь пакет собери. Только что было все собрано. Уже опять все разбросано. Он Илюша покопался на пакете в игрушках. Вот что получилось в итоге. Так, все, моем полы и ложимся спать. Так, мы проснулись, Илюша поспал, правда, поспал, что с ним мало. Всего ложился я полторого, его проснулся, он уже в 3 часа, как штык вот он. Но еще, правда, немножко полежал со мной на диванчике, но это уже не сон, в любом случае. Так, чуть-чуть одним глазом вроде кемарил. Вот, мы проснулись, сейчас, вот он проснулся, сейчас мы будем кушать. Немножечко уже поигрался с Ладиком. Сейчас мы будем кушать. Я уже налила тарелочки, да, детки? Латик. Латик открывает сметанку. Налила мой борщ, который я приготовила. Вкусно, аппетитно выглядит, да, Владик? Ну, да. Только еще его надо попробовать. Сейчас попробуешь, ложи, ложи. Попробуешь. Лишь хочешь ням-ням, да? Да. Сейчас мы покушаем, и не знаю... Обещала прийти Сережина мама. Сейчас, да, все садится.
уже брать погулять их на улицу, а я тем временем пойду на собрание к дому. Что там нам скажет? Ну, попробуй, скажи, что там получилось у мамки? Вкусно? Обидение? Тебе нравится? И вот, пока еще не знаю, придет мама Сережа, не придет, как бы, и как это будет вообще все выглядеть, понятия пока не представляю. Даже мне надо еще сделать магазин, купить там рукколы. Даже что куплю, то покажу. Вот, пока мы будем кушать, то Илюша уже орет ням-ням. Мы покушали. Посмотрите, какой у меня помощник растет, моет посуду. Покушали детки с удовольствием. Даже Илюша съел целую тарелку, я ему много налила. И то он съел все, да, Илюша? Да. Илюше понравился борщ? Да. Да, выключай, все, выключай. Посмотрите на моего мальчика, умничка моя, да? Как, у него здорово, он хорошо обмывает, отмыла ее. Вот, и ставь рядышком туда вот. Мама потом все поставит на места. Молодец, мой мальчик, давай-ка, бери тарелочки еще. Двух сторон промазывай этим губочкой, чтобы вся эта подошла, весь жир. Вот так вот. Молодец, мой котик. А Илюша что сидит? Что тут включает Илюша маме? Ну-ну. То, что не положено включать. Нельзя это включать. Ага. Да. Да. Смотри на своего брата, помощника. Какой брат у тебя хороший, да? Да, большой уже, мать. Первый раз лазит мой посуду в своей жизни. Пускай учится. Да? Учить надо всему, правильно? И посуду мыть тоже надо учиться и помогать маме. Поэтому вот так вот. Молодец, солнышко, молодец. Хорошо промывай. Вот. Сейчас лазит домой посудку, да? Ну, пойдет с Илюшкой, пока поиграется. Мама будет, наверное, собираться. Итак, я вышла на улицу, иду в магазинчик, иду одна. Пришла Сережина мама, забрала деток на улицу. Я их собрала, они уже ушли. Сейчас я быстренько сбегаю в магазин. Куплю там необходимые продукты нам домой. И пойду на собрание, которое находится, которое будет около нашего дома. Так, погодка на улице, солнышко немножечко скрылось. Так, вот. Слышен звон нашего храма, колокола звенят там. Сейчас зайду подружке, она работает, у нее вон той палаточке, где цветы. С ней там опять поговорю, обещала с ней сбежать. И побегу в магазин, иначе я к 6 часам просто не успею, уже время 6 час. А Илюша где-то с бабушкой, с Ладиком, где-то там в парке, наверное, гуляют. Так, ну все, я пошла. Ну что, это я. Вот, проснулся, как обычно. Вот уже вечер, 5:06. Фактически немножко времени опять осталось. Выспался, встал, правда, пораньше, приходила моя мама, вот, и буквально это полчаса назад они ушли на улицу с детками. Таня пошла по магазинам, там кое-что прикупить необходимое немножко, и, не знаю, даже на 6 часам сейчас могут успеть, ну, успеет на собрание. Народу еще никого нет, но посмотрите, погодка пока портится. Такая облачность и ветерок. Женщина стоит там уже, значит, которая проводит собрание как бы главных дома. Ну, еще пока никого нет. Ну, просто тоже люди убирают собрание именно в субботу, когда вы идете работать 5 дней, там выходные дни. Куда-то кто-то уехал, кто-то что-то, кто-то уже занимается, может быть, дачами, уже сезон такой уже начался, убирается на дачах. 6 часов, да, это очень, мне кажется, неподходящий момент. Либо в пятницу, либо в четверг люди собирались, мне кажется, было бы лучше, вот именно, да, всем там после работы.
Вот, не знаю, посмотрим, практически еще на никого этого нету. Татьяна должна подойти, сказала, может успеть вас слушать, стоит, что там к чему, что за вопросы. И сегодня там были написаны на листочке. Здесь буду обедать, так называемая. Да, микроволновка нам разогрела. Оп, щи. О-хо-хо-хо-хо. И они горячие. Вернее, борщ Танюшка сделала. Молодец, Анечка. Смотри, детки ели на ура борщ. Вот. И сейчас мы это тоже дело умнем со сметанкой. У нас сегодня сметанка есть. Вот это мы дело умнем. Сальца нету. Вот так. Фу, пальчики оброх. Вот. Борщица такой светловатенький, но... А, запах такой наваристый, и запах обалденный просто. Ну вот, сюда, сюда посмотрим. Ну да, никого еще нету. Никого. Да, время 5:06. Да, 54 минуты. Вот. Ну, посмотрим. Что-то окно надо закрыть на кухне. Дует, конечно, ветерок такой прохладный. Не знаю, погода действительно портится. Дождя, правда, сегодня не было, вот как еще. Но, может быть, еще суббота не кончилась, может быть, все еще будет. Я передаю дожди, вот, и, не знаю, тепло, но дожди, ну, тоже это некомфортно, я считаю, потому что дождливая погода тоже, ну, если постоянно дождь, то не походишь никуда. Завтра выходные, дай бог нормальная погода, а то, как обычно говорю, уходишь на работу, как я и рассказывал, и хорошая погода, как обычно бывает. Ну, вот, посмотрим, вот, завтра вроде вербное, да, воскресенье. Вот, посмотрим. Надеюсь, потому что я обычно в последнюю ночь, ну, вот, сплю час-полтора, потому что уже, вроде как, никуда не идти. Настраиваешь просто себя, уже не застраивать, что этот день как бы выходной. Потому что его можно так же проспать, и выходной, грубо говоря, закончился. Вот я обычно делаю там час-полтора, ну, посплю, когда прихожу с работы, и мне этого хватает. Ну, в зависимости еще от уставания, конечно. Бывает, ухряпаюсь, тоже спина дает, конечно, не надо себе знать, если сильно поработаешь. Вот, в общем, посмотрим. Вот. Ну, Танюшка тут наснимала, как говорила мне уже, и борщ, и все, молодец. Прочитала комментарии, она практически уже некоторые все ответила вас насчет влогов касаемо то, что хорошо, стараемся, будем снимать ежедневные влоги. Вот. Так что смотрите нас, подписывайтесь, и будем, конечно, уже прощаться, вернее, я буду прощаться, кушать, немножко посижу в социальных сетях и начну собираться готовить наработку. Вот, и уже увидимся, конечно же, завтра. Так что подписываемся на канал, ставим лайки, дизлайки, кому что нравится. Всем до встречи, всем пока. Ну и приятного аппетита, кто сейчас будет кушать в данный момент, либо будет смотреть. Так, ну вот, я пришла уже домой, была в магазинчике, побыла на собрании. И хотела бы немножко сказать вам про собрание. Короче, у нас во дворе нашего дома... стоят сараи, как бы вы, наверное, прекрасно видели, постоянно проходила их, сейчас я вам покажу их, как бы, они относятся к нашему дому, конечно, я согласна, что такие старые сараи, они никому не нужны, как бы, в плане того, что, ну, некрасиво это смотрится, тем более, это, в центре города, вот они стоят, сарайчики, вот там вот их можно увидеть, вон они стоят, да, как бы, они относятся, эти сараи, к нашему дому. Короче, как бы, и вот на том месте, вот видите, где проходят трубы, там чуть подальше, между, за сараем, получается, между тем домом идет трубы, хотят сейчас построить семиэтажный дом. Как бы, во-первых, это не позволяет площадь этому. И плюс, ко всему, хотят просто поэтому снести наши сараи, чтобы можно было подъехать техники, чтобы можно было начать там строительство. Как бы, естественно, жильцы против. Во-первых, как бы, знаете, я понимаю, что сараи старые, что они, в принципе, никому не... Ну, как бы, не то, что не нужны, что некрасиво это смотрится в городе, я уже сказала об этом. Но, например, у нас в нем находится подвал. Почему я должна его снести, да, ради кого-то, ради чьей-то там выгоды прибыли? Когда у нас там находится подвал, ну, там хранятся, например, старые вещи, там, коляски, коляска старая, там, велосипед старый, который уже, как бы, конечно, можно, конечно, все выкинуть на помойку, но... Все же, это мое, она относится к моей квартире. Тем более у нас в одном доме две квартиры. Почему мы должны отказываться от своего места? Причем ни за что, а просто так. Так.
Вот, поэтому, конечно, жильцы против, естественно, чтобы это все сделалось, чтобы это все сносилось. Как бы в понедельник будет собрание в администрации нашего города. Вот мы решили всем, ну, все жильцы, пойти туда, разобраться, как бы, что нам скажут, что предложат, как бы. Но все же, все равно, как бы там что ни предложили, я считаю, что это полный бред. Или пускай они сами делают уже, как говорится, администрация там ставит их, как-то, ну, аккуратненькие их сделают, но чтобы они остались за нашим домом, а не так, чтобы мы их снесем и все. Но если они относятся к моей квартире, почему я должна этого лишаться, правильно? Я считаю так. Плюс ко всему, к строительству детской площадки во дворе. У нас ее нету. Еще когда я была маленькая, там, по-моему, что-то у нас было, там какая-то песочница, грибочек, как это все старая горка была. Но потом это все, естественно, снеслось. Вот обложили шинами, там вы видели, конечно, как сколько раз мы проходили уже, я пока что-то показывала. Обложили шинами, ну, опять же, ничего нету. Вроде как бы ничего не строят, ничего не делают, ничего не хотят делать, скажем так. Ну, надеюсь, этот вопрос тоже поднимется в администрации, как бы, и этот вопрос, надеюсь, будет решаемый. Вот, что решение администрации я вам скажу в понедельник после собрания там. А сейчас я хотела бы сделать обзорчик на продукты, которые я купила. Хотя, конечно, ничего, естественно, как обычно, такого сверхъестественного нету, но... Так, посмотрим. Два вот молочка, большая перемена. И то, что через этим молоком пробегала, я все магазины, потому что нигде его нету. Его разбирают быстро, и ничего никто не привезли. А Илюш у нас пьет только его. Вот. Руколу салатик. Хотела купить еще шпинат, но его не было. Как обычно, у нас никогда ничего такого нету. Всякого хлама. Только не то, что надо. Лучку взяла свеженького, зелененького. Вот так вот. Все это с сегодняшнего привоза. Очень мне что захотелось вот такого сыра. Адыгейского. Может быть, кто пробовал, кто знает. Мне этот сыр очень нравится. Мне у нас когда бабушка моя была живая, у нас по папиной стороне как бы, у нее была своя коровка, и она нам постоянно делала сыр, там всякий вот как бы творог, ну понятно, ну как бы, и почему-то этот эгейский сыр напоминает хоть какой-то такой приятный вкус того сыра, который делала бабушка нам раньше. Взяла маленький кусочек его. Взяла, зашла еще творог на развес. Беру немного, потому что ем, в принципе, такой творог я ем только одна. Дома, как бы, поэтому взяла себе немножечко на развес творожку. Вечером это все дело мы скушаем. Сосисочек белорусские. Сосиски называются, по-моему, лакомка или лакомство. Что-то посмотрим. Лакомка. Сосиски. Так, плохо видно. Сосиски вареные мясные. Ну, насколько они мясные, насколько они вкусные. Продавщица мне уверяла, что они вкусные, но попробую. Решила разнообразить, потому что клинские. Решила попробовать что-то другое. Взяла у белорусов. Также у них я взяла колбаску. Так, где-то она мне потерялась, колбаска. Вот такой колбаски вареной. Тоже взяла первый раз. Решили сейчас попробовать по-белорусски. Конечно, знаете, колбаса варено-мясная, высший сорт, охлажденная. Я очень сомневаюсь, что это все белорусское. Ну да, хотя Республика Беларусь, город Гомель. Ну не знаю, насколько это тоже, я сказала, что очень вкусное, как это все будет на самом деле. Попробуем, посмотрим. Так, два десятка яичек. Вот таких высший сорт взяла. Первой категории. И вот корм кошечки нашей. И еще себе взяла капельки санарин капать нос, потому что нос иногда закладывает, потому что мне тоже, в принципе, их особо нельзя.
Написано с осторожностью. Так, наверное, к нам пришли детки с бабушкой. Пойдем сейчас посмотрим, кто-то звонит домофон. Да. Так. Да, бабушка привела деток уже с улицы, поднимаются домой. Ну вот, это все мои покупочки, что я сейчас приобрела в магазинчике с продуктов. Сейчас придут детки, увидимся попозже. Итак, мы поужинали. Илюша нас смотрит. Что Илюша смотрит? Лунтика Илюша смотрит по планшету. Да, Илюша? Да. Нравится мультик? Да. Да, еще Илюша не щелкал, посмотрел внимательно, вообще было шикарно. Да. Да. Владик вызвался помыть посуду мой после нашего ужина, да, сыночек? Да, захотел. Да, тебе понравилось, да? Да. Молодец. Мама очень радуется, что Владик помогает маме. Вот, теперь Илюша включил наш влог. Да, смотреть? Да. Да, молодец, смотри. Так, мама сейчас попьет кофе свое. Да, в кастрюльку. Да, кастрюльку мой, молодец, умничка моя. Хорошо все получается. Мама сейчас поможет посуду, мама уже поставит по местам. И пойдем немножечко поиграемся, еще время полдевятого. Папа наш на работу ушел, мы остались одни. Так, что мы будем? О, Владик футбол смотрел, это вот пойти есть. Тоже, мама, я хочу футбол. Папа приучил к футболу, теперь у меня все смотрят футбол. Ну, конечно, кроме меня и маленького еще пока. И то маленький тоже уже гол умеет орать у нас хорошо. В влогах это уже было видно. Сейчас Тошку нашего покормим. Да, сынок? Тошу покормим нашего. Нет, надо джинсы с балкона Владикова и Илюши. Джинсы там еще болтаются, да. Сейчас иду. Вот. Что у нас там? Короче, пока еще полчасика мы погуляем, да, где-то до 9. А после 9 уже готовится ко сну. Что такое? Снеслись хочешь? Сейчас мама тебя снимет. Ну вот, мы уже готовы ко сну. Мы уже помылись, привели все детки в порядок. Сейчас пойдем спать ложиться, а мама пойдет в ванну мыться, когда уже детки, конечно, будут спать. Сейчас уложу их, буду заниматься сама собой. Да, пожалуйста, если у кого-то были похожие проблемы с администрацией города, касаемо ваших дворов, касаемо ваших участков, пожалуйста, напишите мне, в какую сторону решился вопрос, вашу, не вашу. Вот, все, будем ложиться спать. Да, Илюша, Илюша пьет молочко. Вот Владик сидит. Всем пока. Всем пока, да. Илюша ходит, пьет молочко, включу книжечку, да? Да, зачем взял папа термос из шкафа, достал, деловуха. Наш ходит тут. Да, деловой Илюша у нас. Что-то он уже вообще распсиховался, все, видно, время спать ему, да, Илюша? Да, скажи, уже спать, скажи, хочу. Ну, посмотрим, как Илюша спать уляжется. Быстро, не быстро, да? Илюшка тоже покормил перед сном. Да, Тошкин? Тошка? Тошка, он вообще не реагирует. Так, ну все, ладно, всем приятного просмотра, всем хорошего настроения. Всем пока! Пока!